Доброго утречка и успешного дня, друзья! Фирма «ЖАСКАНА 2006» не устает радовать нас экологически чистой и качественной продукцией. И я спешу поделиться очередным рецептом приготовления куриных желудочков. Вкусными и хорошо прожаренными получаются котлетки из куриных желудков, которые отличаются насыщенным ароматом и приятной консистенцией, выходят плотными, упругими и при этом в них чувствуется мясной запах. Небольшая рекомендация. Выбирать для готовки следует охлажденные желудочки, которые отличаются упругостью, чуть влажные на ощупь, имеют приятный сладковатый запах. Если вы купили замороженный субпродукт, размораживать его стоит в холодильнике в течение 12 часов. Такой медленный процесс сохранит вкус и питательные свойства продукта. Для приготовления котлет из куриных желудочков нам понадобится заранее приготовленный фарш, хлебушек, лук, чеснок, зелень, молочко и соль, перец. Мы берем мякиш хлеба и замачиваем его на пару минут в молоке. Отправляем сюда фарш, следом отправляем чесночок и потом приправляем это все зеленью. Посолим, поперчим и сформируем котлетку. Наши котлеты готовы, поэтому нам надо взять хлеб, смазать сметаной или майонезом. У нас сметана. Добавим свежего огурчика. Он придаст нам летний аромат. Накрываем все это, так сказать, хлебной крышечкой. Прежде тоже смажем сметаной. Ну все, теперь это удобно есть. В результате получилась сытная, ароматная закуска, которая, уверена, не вызовет трудностей даже у начинающих кулинаров. Фирма «ЖАСКАНА 2006» – наше качество, ваше здоровье!